ставьте Кате фанерку, и будут жесткие трюки. Слово «уборка» на споте. Ты падаешь и с собой пыль собираешь. Всем привет, скажи, Стив. Стив, сидеть. Дай пять. Скажи всем привет. Дай пять, быстро. Давай. Хорошо. Это снова Skate Street Spot. Новая серия. Сейчас мы находимся в районе Цветного бульвара. На данный момент Большой Головин переулок, дом 5. Это корпус 3. И здесь у нас сразу офигенный спотик для прям лютых смельчаков. Разгон есть. Ну и что, у нас трамплинчик через перилочку, плюс-минус полторашечка. А еще не забудьте поставить нам лайк, мы очень стараемся. Напишите какой-нибудь комментарий, нам будет приятно. И подпишитесь, если не подписаны. Что, мы спустились с клёвого даунхильчика, и сразу у нас здесь дворовой памп-трек. Помните, у меня здесь был деревянный. Вот, соорудили бетон. Красота, прокатиться можно. Да? Я врываюсь, надо в этом попасть. Поток. Памп-трек можно поиспользовать как выкидушечку вот сюда в сторону, например. Или вот эту стеночку как такой уличный радиус. Можно попробовать что-нибудь сделать. По факту в ту сторону тоже можно. Вон другая сторона, как трампик. Кайф. Please, guys, clean the course. Please. Этого они даже не поймут. Почему в этот солнечный день так много народу на улице? Тут еще скотик вроде бы как нашли. Но ветер катается. Ступенечки, да? Смотри, а релик? Что? Релик. Нет, релик. Ты вон высокий запрыгнешь. Что у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семерочку с первача. Давай. Сейчас вот камушки уберу. Я сюда. Жестких трюков не ждите сегодня. Жалею фанерочку. Предоставьте Кате фанерку, и будут жесткие трюки. Гризли. Но ей нужна определенная. Напишите нам в комментариях, если хотите помочь Кате. Аплодисменты. Идем дальше. Тур, что скажешь о памп-треке? Он хорош, мне понравился, я быстро освоился, несмотря на свой небольшой опыт, наверное. Но памп-треки вообще, в принципе, первый раз катался так осознанно. Ну да, но, блин, я рекомендую прийти сюда и попробовать, а потом идти на памп-треки побольше. Адрес спота на карте спотов, а еще подписки, лайки, комментарии. Все это обязательно по несколько раз повторяем, потому что надо быть активнее, чтобы мы снимали видосов больше, круче и подарки классные дарили. Кстати, о них чуть попозже расскажем. Юля, ты так все время настойчиво, ты говоришь, надо ставить комментарии. Вот это мы и ставим. Так, ну и что, вот прям сразу от этих ступенечек. Типа можно дорожечку снимать. Едете, и здесь сразу manual pedic. Катюх,
И это не для меня. Ну, ты, да, ты еще они очень большие. Окей. Что, мне что-нибудь лупануть? Блин, тут же дорога прям. Юрец будет ловить. Я поймаю. Какой трюк делать, Кать? Да, давай фейки банэти. Че? Давай фейки банэти. Адрес спот на карте спот. Тут, блин, тоже прикольно, но я не думаю, что разрешат тут кататься. Но попытаться ворваться можно. Там вот, вот катик с ступенчиками был. А здесь что? Просто ступенечки. И здесь ступенечки. Тут уже 5 штучек. Вот здесь, я думаю, тоже можно поворваться. А вот там слэпи. И даже гранички есть, фиг знает, разрешат ли тут на них позапрыгивать. Но, по всей видимости, на них катались, потому что натертых вот с этой стороны видно. Ладно, ночью врывайтесь. 1 мая, дофига народу на улице, ужас какой-то. Адрес, Цветной бульвар, дом 2. Вот эти штуки тоже можно вепчиками всякими поперепрыгивать. Кому нравится спот для новичков, в принципе. Вон прям из ресторана разгоняетесь, из рестика разгон берете и сигаете. О, это вообще no comments, по бордюру на мотоцикле есть. Ах ты, такой сетик, дабл сетик. Тут такие массивненькие ступенечки. Насколько я понимаю. Ой, да там вообще не дабл сетик, там вообще дофигища сетик. Трибл, четырибл. Ну слушай, нормальный в принципе спот. Тут даже граньки какие-то есть. Вот эту вот явно использовали, но подубили. Да, прям солидно так подубили. Вот, ну приходите, чините споты Москвы. Прикольный, мало ли кто сюда захочет приехать покататься. Вот две ступеньки для новичков. А это у нас, кстати, Печатников переулок. 3 строения, 1. Тут есть прям пенсионный. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вот, смотри, тут еще микрогранечка. Реально со ската летишь, капец, только так хода набирают. Ладно, легко и непринужденно. Еще не всю кожу рук стерла? Туда еще. Блин, предыдущая уборка была жесткой. Мои комментарии еще по поводу этого спота. Очень шершавое покрытие. Пару раз завалиться и сразу шкряба. И дырочка свежая на футбе. День даже. Кстати, вот слово уборка на споте. Это прям логично так. Ты падаешь и с собой пыль собираешь. Ну да. Вот. Правда. Практически убираешься на споте. Мудрости от Шенгели. Да. Причем переходим дорожку. Это центральный рынок. Идем к следующему споту. А вот и спотик. Ну, по факту, а спотики гранчики прям подряд, все натерто, можно делать дорожки. И вот эта стеночка, ребята ее используют как волрайдик. И вот вам ставочка на трюк. Блин, я только вот не знаю, у меня, наверное, тип удалил хакер, блин. Когда меня взломали, я вот прыгала с этих ступенечек, спот сейчас на ремонте,
Вот. В любом случае, если даже свою Олеху не найду на этом спотике, вот вам ставочка на трюк. Потеряклась! А так, я думаю, сейчас здесь покрытие поменяется, и все будет. А по факту это центральный рынок, куда мы сейчас зайдем перекусить. А что такое вход? Это куда-то отдельно? А я не знаю. Или на рынок? Ну ладно, что встать, пойдем смотреть. А, вон, да, трюфель есть здесь, который мы уже пробовали. Да. Но мы не пробовали интересно. Позиции многие. Или стейк лосося с трюфельной морковью, ой, пюре из сельдерей. Звучит мощно. Так что, будем здесь? Да. Мы с Катюхой взяли лосось с трюфелем и сельдереем пюре. У меня попардело с уткой и трюфелем. Вкусно, но что-то часть блюда прохладная. Ну ладно.